российские системы создавались как средство остановки больших масс противника на поле боя, а американские как средство поддержки десантных войск. Сравнивать надо, наверное, по калибру. То есть, если российская система «Смерч» — 330 мм, а американские системы — 227. Вот МЛРС — это 6 контейнеров с 6 пусковыми направляющими, дальностью до 40-45 километров. Заряжается без использования специальных машин и кранов, лебедкой. Просто поднимается этот контейнер и устанавливается. Для этого времени требуется несколько больше, чем для заряжания, потому что специальные машины как-то практикуются в российской армии. В общем, здесь возникает целый ряд проблем. И перезаряжание машины зависит еще и от расторопности экипажа, от его умения. Разгерметизация контейнера и может привести к выходу из строя этих ракет. В отличие от российской системы, где просто ракета вставляется в направляющую трубу, и все. Достоинство наших систем, во-первых, это надежность. Это надежность, легкость обслуживания, в общем-то, боевая эффективность. Поэтому, в отличие от американских контейнерных систем, он наносит гораздо больше поражений. А победили бы наши, потому что, в отличие от американских десантных систем, есть способы маскировки и защиты. И они, я считаю, дают преимущество именно нашим системам.